Работает пылесос, жулик очень боится пылесоса. Смотрите, как он испугался, но он не уходит никуда, вот понимаете? Будет до последнего сидеть, может даже лапы, ну, в общем, боится очень сильно. Лапы может бить, если поднести. Детишки у нас тут балдеют. Но не уходит, представляете, какой? Жулик, почему ты не уходишь, не убегаешь? А? Кусачка тут спит. У нас завалы капец постоянные. Ну, потому что живем в маленькой комнате. Ты что там вынюхиваешь? Эй, успокойся. Не позорься. Не позорься. Thank you.
Mm-hmm.